Peyton. Oh!
Передають. Як-то так. Ах ти. Дожди передають? Потім на два дня. На сьогодні передають дощ. На завтра передають і потім опять потепління. Мені кажется, потепліє більше, ніж зараз, да? Да. Я думаю, було там жарить. Може. Не жарить, но было тепло. Но. Сейчас считай холодно, можно сказать. Угу. Лучше хай бы такая стояла погода. Вот такая она сырая, можно молотить, да? Да. Мокрая тоже плохо молотить. Но сухая вот тоже. Когда мы смолотим на жило. Да. Пекти жарить, чтобы так тепло. Да. А когда мы уберем? За скільки дурдому ці вируть, якщо на нас? Не знаю. Просто я бачу раніше трохи пістервали, а зараз вже потихонечку. Ну. І мерзко. Да. Вони рвали мерзко, зараз я думаю там вже. Треба ти де лучші міста виривати спочатку. Да. То потім уже доривати. А зараз лучші є. Ще один картофель виривати. Картофель выбирать, сколько дней треба.
дня, не, 4. Ну. Я думаю, с большего уберешь. Ну. Да еще, да. Это да. Чему оставить? Ему 80-ку мою хайку гаса. Не бери. Ну, едем. А ну, как так, картофель тебе организовывать? Картофель хватит сейчас.